Всем привет! Меня зовут Атажанов Тимур, и вы на YouTube-канале Агродвиж. Сегодня речь пойдет о арбузе, о бессемянном арбузе, а вернее о способе получения рассады. Чем этот способ интересный, который пойдет далее, это у нас рассада, привитая на тыкву. Для того, чтобы мощный корень от тыквы, который не подвергается заболеваниям, фузариозам и другим заболеваниям корневым, мог нам позволить получить большую урожайность на данном растении. И привой мы использовали, который максимально будет, возможно, дорого продать. Бессемянный арбуз. То есть мощный корень от тыквы и бессемянный арбуз сверху, привой. Каким способом мы получили данную рассаду, смотрим далее в видео. Нюансы по температуре, влажности и процент выхода рассады. Прививка арбуза на межвидовую тыкву. Это у нас привой. Фаза первого настоящего листа. Кидман. И вот у нас подвой. Кобальт с очень хорошей корневой системой. Срезаем подвой, заготавливаем для дальнейшей обработки. Нарезаем. Вот высота его. Срезаем подвой под углом 35 градусов. Вот срез. Так, чтобы убрать точку роста и почки, которые могут здесь оставаться. В этом месте почки. Чтобы не было точки роста у подвоя. Подвой нам нужен только для корня. 10-15 срезов и проводим дезинфекцию лезвия. Так, здесь у нас привой. Привой. Кидман. Вот его фаза. И также делаем срез. Градусов 35, чтобы максимально была площадь среза большая для лучшей приживаемости прививки. Высота около сантиметра. И также 10-15 срезов и лезвие дезинфицируем. Далее берем готовый привой уже со срезом нужным и подвой и начинаем проводить саму именно прививку. Прилаживаем подвой и привой. Подвой. Клипса ВС-1. И вставляем привой. И вот у нас получается вот такое соединение. Далее берем готовую рассаду. И вставляем в сильно увлажненный торф.
глубина, высота прививки над почвой, над торфосмесью 1 сантиметр. Смачиваем мелким туманом, распылением, чтобы лист не испарял влагу, которую не может корень предоставить. И далее выставляем кассеты, кассету в 77 ячеек, привитую рассаду, подвой с привоем, в туннели, накрытые пленкой. И накрываем пленкой, включаем лампы досветки. И создаем условия по температуре 24 градуса 25 и влажность 95-96%. В этом видео мы узнали, как мы прививаем рассаду. Кому понравился этот видеоролик, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал, поставьте колокольчик на уведомления, чтобы не пропускать новые видеоролики. И до новых встреч, всем хороших урожаев, удачи! Love is you.